Все сюда! Живо! У нас тут кот! Мы выследим вас, сволочи! Всех до единого! Думаете, Америка вас не найдет? Зачем, генерал? Мы сами придем в Америку. Никакого оружия. Контракт запрещает. А кто узнает? Генерал МакГован. Но, чтоб ты чувствовал себя спокойней, вот тебе сувенирчик из Индонезии. Спасибо, Вик. Керамбит — это самая нужная вещь для воздушной разведки. Пригодится. Где Чарли со своей связью? Эй, прости, я тут кое-что ценное налаживаю напоследок. Я убрал все официальные частоты. Зачем? Чтобы генералы под руку не лезли. Наш человек. Сэм. Погнали! Загружаю. Готово. Группы, это король. Начинаем. Пешка готова. Он готов. Конь готов. Ладья готова. Ферзь готов. Что-то еще, шеф? Скажи Саре, что меня не будет пару дней. У Сары ведь нет парня? Нет? Ну, нет, значит, нет. Не взламывай их систему, мы тут гости. Да, но у них все так просто! Загружено. Здесь два противника. Готово! Шифр ключей от зоны F. Срок действия 40 дней. Они уничтожены. Брось его. Глушите все. Выступаем. Черный список. За дело. База Андерсон, это Паладин 02. Прошу разрешения на взлет. Как слышите? Радио сдохло? С радио все в порядке. Андерсон, Паладин 02 на связи. Прошу разрешения на взлет с вертолетной площадки Альфа-9. Мы опаздываем. В жопу правила. Надо успеть на партию в покер с генералом МакГованом? А как еще я расплачусь за вертушку? Брось его. Группа «Браво», что у вас? «Браво» готово. Вперед. Твою мать! Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй! Паладин 02! Мы падаем! Держись! Мы на базе? Чуть-чуть не дотянули. Шевелись. Мы здесь как на ладони. Вик, помоги, я застрял. Телефон Чарли. Да. Твою мать, парни, вы целы? Что случилось? Вертолет сбили, мы целы. Похоже, взорвали оружейный склад. Ты где? Прячусь ноутом под грузовиком. Слушайте, парни, все частоты блокированы. Где-то есть глушилка. Сигнал... северо-западу от вас. Сиди тихо. Мы найдем ее.
Пошли. Спорим, у этих скотов одна из наших глушилок. Почему ты так думаешь? Я бы так сделал. Будь начеку, Сэм. Так, теперь когда вы заткнулись. Спасибо. Где там аудио, нахуй? Сэм, такое дело. Мне тут Грим поручил откалибровать звук в твоих наушниках. И ты решил послушаться. Молодец. Ага, короче, мы сейчас разделим звук по направлениям и посмотрим, хорошо ли ты слышишь со всех сторон. Ясно. Так, включаю спереди слева. Как слышно, Сэм? Хорошо. Ну еще бы. А теперь спереди справа. Ну как? Есть. Так, зайдем справа сзади. Я к тебе не подкрадываюсь, честно. Даже не мечтай, Чарли. Так, замыкаем круг слева сзади. Как слышно? Неплохо. Ништяк, круто. Осталось только проверить центральный звук и все. Если звук по центру, все супер. Так. Ну, у меня-то больше. Так. Так вот. Так, ну думаю, так-то лучше слышно, или хер знает, потом проверю. Эти так, парни, окей. Похоже, профи, а у нас нет даже пистолетов. Укроемся пока в канаве. Это кишки, что ли? А, это камень такой. Ебать, колотить! Господи, это не миномет! По звуку точно град. Ложись! Вон, смотри! Прикрою! Разойтись и продолжать поиски! Понятно, в тени. Если в тени, он светится. Вик, замри. Вижу его, вон там, из ног! Вот дерьмо. Я хотел сказать, не прошло и года здесь после чисто. Того, как я прошел Conviction. Подсади меня. А я теперь прохожу. Blacklist — это продолжение Сэма. Не какой-нибудь... Там переосмысление, перезапуск. Нет. Это продолжение. Что очень хорошо вообще. Делают продолжение. Они начинаются вот эти вот всякие. Противник, укрытие. Понял. Один наш, два врага. Так, на кью. Пробел передвигаться. Эй! Да. Приготовь камеру. Капрал у группы Браво. Сейчас его притащат. Хорошо. Так. Пусть будет смертельно. Да, сюда. Сейчас. Сюда. Так, этот есть. Этот парень уже мёртв. Камеру. Включил. Эй, кретин. Плохая рана. И помощи не будет, если они блокируют связь. Я им займусь. Ладно, Вик. Удачи. Не кипишу, Вик. Я справлюсь, я. Прям вообще апокалипсис какой-то. Их избаловали.
лодыри. И я о том же. Без самолетов и ракет, они ничто. Без самолетов и ракет, они ничто. Зато умирают, как все. Как меня учили умирать? Твоего инструктора под расстрел. Нам нужен максимальный урон, а не фейерверк. Ладно, будь по-твоему. Черт! Пизда мне опять! Черт! Блядь! Ну, суки же! Суки! Их избаловали! Лодыри! И я тут! Без самолетов и ракет, они ничто! Зато умирают, как все! Так меня учили умирать! Твоего инструктора под расстрел. Нам нужен максимальный урон, а не фейерверк. Ладно, будь готов. Накрыла сто лампочку. Да. Хороший. Что там за шум? Эй, иди-ка правей. Да, иди правей. Посторонний!
все, готово. Не, слишком громко. Помоги. Черт. У него граната, блядь. Так, держись, парень. Мы вызовем помощь. Свои! Ты вырубишь эту штуку? Я постараюсь. Как там парень? Скверно. Чарли, мы здесь. Ладно, хорошо. Теперь надо отключить генератор напряжения и блокировать посторонний сигнал. Не двигайся. Черный список. Помолчи, ладно? Чарли, а где выключатель? Видишь синюю кнопку? Угу. Жми. Что ты сказал? Что ты пытаешься мне сказать? Ты о чем? Черный список победит. Получилось, Вик. Черный список победит. Граната! Это Грин. Сообщение о нападении на крупную военную базу в США на да острове Гуа. Похуй вообще. Таких потерь не было со времен Перл-Харбора. Да похуй. Ответственность за тебя взяла группировка инженеры. Они выложили в сеть ролик с подробностями теракта, чтобы подкрепить свои требования. И назвали теракты черным списком. Черный список. Черный список. Блэк-лист. Так, тут нам страшненько. Америка – это черный список. Каждую неделю новый удар. Наши требования просты. Ваши солдаты в 153 странах. Отзовите их сейчас же. Или каждую неделю удар. Никаких переговоров. Список не остановить. У вас 7 дней до нового удара. Выбор за вами. Мы инженеры. Назвали бы инженеры. Паладин 1 и 4 эшелон готовы, мэм. Но мы не можем найти Фишера. Его друг тяжело ранен, а где Виктор Коста, там и Сэм. Разгром на Гуаме, угроза новых терактов по всей Америке. Миру нужны ответы, мистер Фишер, а у меня их нет. Четвертому эшелону не найти их без лидера. Держись, Вик. Мне нужен один из людей Вика, без вопросов. Берите Чарли Коула. Соплю. Я буду звать его Сопля. Доктор отправится один из лучших людей ЦРУ. Айзек Брикс. Джим, ни за что. Она тоже была резко против. Увы, Сэм, так не пойдет. Она работает с вами лучше всех. Она... Четвертый эшелон ждет вас, мистер Фишер. Куда веки я выбрался из третьего эшелона? Побомжевал и стал четвертым. В игре не выглядит симпатичнее, чем недурно, в роликах. Вроде первый раз летишь. Уебище. Нет. Удалось что-нибудь нарыть об этих инженерах? Пока нет. Брикс и наши агенты проверяют кое-какие наводки. А список? Американская свобода, американская кровь. Это теракты. У каждого свой срок. До американской жизни еще 5 дней. Время уходит. Мы просчитываем возможные цели их атаки. Пока расскажу про самолет. Военный транспортник прототип? Его еще модифицировали. Оружейный лазарет, изолятор. Все как на обычной базе на Земле. Только летает, как в старые добрые времена. Что такое, Брикс? Вживили подкожное радио. Ощущение, как дрелью ткнули. Борт номер один по сравнению с ним бумажный самолетик, да, Сэм? Хочешь поговорить об улучшениях? Позже. Покажи мне все. Новости, поиск информации в сети, прогнозирование, анализ фото и видео. Еще доступ к зарубежной электронной разведке, распознавание лиц по базам ЦРУ, АНБ, РУМО и ФБР. В реальном времени. Так вот, чем ты все время хвастал. SMI. Стратегический многоцелевой интерфейс.
По сравнению с ранними разработками, он серьезно улучшен. Он тебе все объяснит. Самое классное, всем можно управлять прямо отсюда или через апсат, если ты на земле. Впечатляет. Ладно, скажи, если что нужно, мне надо кое-что проверить. Спасибо. Так, использовать SMI. Контент открыт, тема Blacklist, you play. Ти-т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 и
Контент открыт, альфа. Сэм, Чарли возится с новыми побрякушками. Грим. Слушай, Сэм, у нас впереди много работы. Может, нам все же объясниться? Что было, то прошло. Так, да? Сама говоришь, работы полно. Так. Типа, улучшение самолета. 270 тысяч. Так, 1000. Мастерская Чарль, нихуя ты, блядь, требуешь. Дебил тупой. Это все командный центр. Тайники на экране. Давай. Лазарет. Что-то, блядь. Так. Грузовой отсек. Окей, остался я ни с чем. Доложите обстановку. Ой-ой-ой. А экстремисты? Но Брикс устроился? Пока еще нет. Обычно у меня бывает больше времени на подготовку. ЦРУ слишком неповоротливо, а стремительность – залог успешной операции. Так точно. Просто хотел все лучше спланировать. Привыкай. Так, что за прогресс? Один совместно. Совместное испытание. О, тут сколько говна всякого. Что-нибудь новое о той операции? Высокий приоритет. Чем дальше, тем выше. Станция радиоперехвата в Кашмире регистрирует сообщение о контрабанде. Что они пытаются перевести? Ядерный заряд. Откуда не ясно, но если это так... То нам надо действовать. У них база в Каргиле, рядом с границей Пакистана. Полиция подкуплена ими. Значит, не привлекаем полицию, а сразу действуем. То есть запуск задания. Ага. То есть вот, да? К нему подходишь? На этом все. Работать с вами честь для меня, сэр. У него задание. Угу. Товарищ, смотри, зашел в игру. Грим. Слушай, Сэм, у нас впереди много работы. Может, нам все же объясниться? Что было, то прошло. Так, да? Сама говоришь, работы полно. Так. Как дела с твоим побочным проектом? Я тут отслеживала трафик инженеров. 60% проходит через одно и то же место. Частный офшорный центр данных. Нам удастся туда влезть? Через сеть не выйдет. Придется идти тебе, причем незаметно. Где он находится? У берегов Англии. Это бывший морской форт. Владелец явно зашибает миллионы за этот хостинг. То есть надо поставить жучок и уйти? Да, и уйти надо тихо, иначе они все сотрут. Так. Ну-ка, смотрим. Один, который... Ага, понятно.
Будь на связи. Мне пришел отчет от моего агента в Бенгази. Поговорим позже. Поговорим. Я пока похожу, посмотрю, что здесь. Что здесь, как здесь? Сари по телефону. О, позвоним. Привет, это я. Пап, привет. В новостях показали видео черного списка. Все хорошо. Не могу сказать, где я и чем занят, но... Ну да, как всегда. Но ты хоть цел? А дядя Вик? Конечно. Вик. Из-за него я и звоню. Ранен на Гуаме. Тяжело. Но он же поправится. Скажи мне, что он поправится. Ты же знаешь, он боец. И в надежных руках. Пап, это не ответ. Где он? В центре Рида? Я там буду через час. Не нужно никуда ехать. Его перевозят в Ландштуль самолетом. За ним присмотрит Чарли. Как только хоть что-нибудь узнаешь, сразу звони, ладно? Пап, слышишь меня? Ладно. Но сейчас мне уже пора. Как всегда, да. Просто давай знать, что ты жив, здоров, ладно? Хорошо. Люблю тебя, пап. И я тебя, малыш. Че, он еще раз ей может позвонить? Привет, вы позвонили Салли Фишер. Оставьте сообщение после сигнала, и я перезвоню. Спасибо. Понятно. То есть перезвоним. Каждый раз перезвоним, я могу ей звонить. Спрашивать, чё как? Чё? Лазареты. Экипаж, все приготовиться. Повторяю, приготовиться к тряске. Открываем. Нихуя там пароль какой длинный. Так. Похожу, да посмотрю, что тут, да как тут. Так, это ангар, да? Вертолет наш. Пи-п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 и нахуй. Так много цифр. Кто там на посту? Так. Что здесь у нас? Черт! О, черт! Чарли. Закончил установку, Чарли. Ага, момент. Да, Сэм, уже все почти готово. Осталось только кое-что разогнать и отнести список нужного барахла на рассмотрение Ее Величества. Будут трудности, дай знать. Окей. Как, наворочено, да? Я смогу сам чинить и модифицировать тут почти все. А если хватит денег и материалов, то смогу и твой костюм как следует прокачать. Похоже, я в надежных руках. Именно. Так, сейчас что-то нужно? Да. Поработаешь над шлемом? А, ладно. Так. У него тоже есть задание. Так. Шпион, наемник. Ох ты, бля. У меня еще ничего не открыто особо-то. Ну и ладно. Отлично, Чарли. Спасибо. Так, тут у Чарли есть задание. Выбор снаряжения.
Так, окей. Чики-пуки, чики-пуки, пуки, чики. Это надеюсь, что... Тюрьма, да? Пока никого. Окей. Что к северу? К северу от главной дороги. Так. Да, Сэм, чуть не забыл, твой абсак. Новейшая модель. Во время операции он заменит тебе SMI. Доступ в сеть, управление дронами, сканер. Понял. Осталось подключить его к SMI, потом малость поднастроить, и можно в пекло. Спасибо. Так. Вот так, думаю. Шпионы-наемники. Сетевая игра. Ух ты. Это новая. Одиночная компания. Sunrise. Там же, где я, на самолете. Шпион-наемник. Типа... Типа... Это чё? А, нет, нет, нет. Это мне... Нахер пока не надо. А, как много этих подменю здесь всяких. Так, ну на этом все, наверное. Подготовка завершена. Так что увидимся далее.